В Якутске почтили память жертв радиационных аварий и катастроф. Ровно 31 год прошел с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. В зоне поражения радиации тогда оказались более 2 миллионов человек. В ликвидации последствий аварии участвовали сотни тысяч. Находясь непосредственно на месте катастрофы, ликвидаторы и получили самые высокие дозы облучения. Сегодня в Якутии проживают более 100 участников мероприятий по ликвидации последствий аварии, а 26 апреля отмечают Международный день памяти жертв радиационных катастроф. В Якутске на площади у Вечного огня прошел торжественный митинг. На нем присутствовали как непосредственные участники тех событий, так и молодое поколение. В дань уважения павшим все они возложили цветы. В бедствии. В Чернобыле жили в самом, а ездили работать в Припять и на Чернобыльскую станцию. Наша работа помогать газометристам, ходили как сопровождающие, да, ну, в общем, это двойму. И работа на Чернобыльской АЭС, в общем. Делали дезактивацию, в общем, дезактивацию. Грязь всю убирали эту. Грязные вещи, в общем, вылазили на могильники, машины, там все, ну, все, что фанило, радиация, в общем, убирали. Что можно было, пускали, в общем, в работу там на станции, а нет, значит, в могильнике закапали.